Афганская национальная армия при участии фронтовой авиации НАТО ликвидировала 110 боевиков Талибана. Спецоперацию провели на юге страны, в провинции Гельмен. Именно там, по данным разведки, проходило массовое собрание боевиков и полевых командиров движения. Добавлю, ранее на этой неделе талибы установили контроль над значительной частью района. Военное командование Афганистана рассчитывает в скором времени полностью очистить его от экстремистов.